Всем привет! Сегодня у нас на обзоре опять Элитех. Он не перестает удивлять, давить ценой. Сегодня у нас мультиинструмент, так называемый реноватор. 2700 рублей аккумуляторный, опять-таки повторяю, аккумуляторный реноватор за 2700 рублей. В комплекте тут у нас есть ручка, несколько насадок, аккумулятор 2-амперный, зарядник. В общем, так. Значит, поставляется в такой коробочке, она в пленке, запакованная, еще не открывал. Так, при вас открываю. Так, вот такая коробочка. Вот комплектация, какой они пишут. Тут корова этого кейсик с ручечкой. Так, все, достаем, смотрим. А, легко достался. Так, коробку убираем. Так, ну, кейсик уже заслуживает уважения. Здесь металлические защелочки, не пластиковые, как у обычных. А металлический уже, как говорится, уровень, да? Так, при вас вскрываю. Еще сам не вскрывал. Может, там ничего и нет. Хоп, что-то есть. Что у нас тут по комплекту? Значит, инструкция, это понятно. Значит, насадки есть какие-то. Шайбочка какая-то непонятная. Шайба есть? Шайба есть уже хорошо, я считаю. Так, вот такая насадка. Вот. Такая насадка, для чего не знаю, инструкции посмотрим. Ну, сталь обычная. И здесь заточка. Так, посмотрим. Так, еще одна насадка. Вот такая вот насадочка. Это насадка для шкурки. В комплекте есть чуть-чуть шкурки. Ну, вскрывать не будем. В принципе, она прилепляется таким образом. Так, это нам не надо. Ручка есть, соответственно, антивибрационная, да? Вот такой аккумулятор. 18 вольт на 2 ампер часа. Такой аккумулятор. Тоже разберем, посмотрим. Вот здесь индикатор заряда есть. Вот все аккумулятор заряженный поставляется. Так. Вот такой зарядничек. В отличие от других зарядников другого оборудования Элитех, он, в принципе, такой же. В январе 2019 года он сделанный. Вот. Единственное, что только у него крышка красная. Как бы у тех черный, у этого красный. Ну, разбирать его... Ну, давайте разберем. Разберем, посмотрим, мало ли что там интересного. Так, еще одна лопатка есть какая-то. А это по дереву, скорее всего, вот такая лопатка. Здесь есть зубчики, вот эти вот. То есть, вот так она будет работать в аппарате, и, соответственно, прямоугольник какой-то вырезать можно в дереве или еще в чем-то. Так, вот эта насадка на пылесос, то есть еще можно к нему пылесос подключить для пылеудаления. Так, вот это вот непонятная фигня. А, ну это как раз для пылеудаления. То есть она как-то крепится, сюда, соответственно, одевается насадка для пылеудаления. И это. Ну, я ей пользоваться не буду, скорее всего, ну, есть-есть. Как вот такая вот, такой вот реноватор. Ну, компактненький, легенький, сейчас мы померяем.
Так, все, в коробке у нас больше ничего нет. Большой респект производителю, конечно, за металлический крепеж. Так, все, убираем. Вот такой вот реноватор. Вот так он выглядит. Тоже разберем. Посмотрим, что там внутри. Все надо проверять. По-другому никак. Прежде чем разбирать, конечно, проверим. Что-то я уже здесь вот вижу. Смазка почему-то торчит. Так, ну ладно. Давайте наденем ну, вот эту вот насадочку. То есть здесь рычажок. Мы его полностью отводим. Таким образом, скорее всего. И ставим эту насадку. Или нет? Или да, или нет. Вот. Ладно. То есть вот попали в крепление. Так вот поставили, попали в крепление. Хлоп. Здесь еще надо отодвинуть, это еще один рычажок, отодвинули и защелкнули. Все, у нас он, у нас насадочка держится. Все, да, крепко, вроде крепко. Так, ставим аккумулятор перед разборкой, все проверяем. Так, плотно заходит аккумулятор, держится хорошо. Так, счет у нас тут огоньки какие-то, это, выбор еще режима есть скоростей. С первой по шестую. Ну вот тут стоял на шестой максимально. Так, первое включение. А, что-то вибрирует. То есть вот эта насадка, она вибрирует. Это и есть действие этого реноватора. То есть он как вибрирует, как вибромашинка, например. Так, попробуем заменить на другое полотно. Ну вот на эту пилочку, чтобы более так было понятно. Вот, попали в зацепление, отпускаем рычажок, отодвигаем вот этот вот рычажок, хлоп, и защелкнули. Так, включаем. Вот так она елозит. Пальца туда совать не будем, порежет нафиг сразу. Вот здесь есть индикация. Есть подсветка. Ну и регулируется скорость, соответственно. Вот такая вещь. Единственное, конечно, мне не очень внушает доверие вот этот вот пластик здесь. Хорошо бы, конечно, чтобы здесь был все-таки металл, потому что пластик, ну, такое себе, да? Потому что без конца менять насадки, и здесь пластик. Тьфу, конечно, хорошо бы не отломался, но отломается, придется что-то металлическое придумывать к этому делу, да? Вот. Вот я просто вижу, отсюда смазка торчит. Сейчас будем разбирать, смотреть, что тут, что они натворили. Вот. Вот. Но... Как вот такая вот. Так, выпущен. Выпущен в январе 2019 года реноватор. Вот. В руке лежит довольно-таки неплохо. Так. Ну, это померю для интереса. Сколько? Ну, 31 сантиметр. 31 сантиметр примерно. Длина его. Вот. Главное, что опять-таки я повторяю, беспроводной. Что очень удобно. У меня есть аккумуляторы на 4 ампер часа и прочее, то есть все подходит. Так, давайте, значит, проверили, аппарат рабочий, разбираем. Начнем с аккумулятора. Так, разбираем аккумулятор. В принципе, разбирается легко. Вот такой аккумулятор. В принципе, тут
Отличается она от 4-амперного тем, что здесь просто один ряд банок, а в 4-амперном их два. Ну, в принципе, плата идентичная. Термопара также есть. В принципе, дальше особо разбирать нечего, раз так платы идентичные. Тот же производитель. В принципе, здесь все понятно. Собираем обратно. Теперь давайте разберем сам реноватор. Откручиваем 4 саморезика. Откручиваем дальше. Так, вынули редуктор. Смазка тут есть, уже хорошо. Так, здесь светодиодик на место поставим. Ну, очень простая схема. То есть вот такие внутренности у него. Двигатель очень похож на двигатель от шуруповерта. Только он чуть-чуть больше и чуть другой конструкции. Ротор, здесь есть ротор, то есть двигатель щеточный, скорее всего. Но есть ротор с намоткой. Обычная кнопка, причем самая дешевая. Ну да ладно, простая кнопка до безобразия. Здесь рычажок, вот так включает он и выключает. Ну блин, простая схема. Как бы ничего тут сложного нет. Ничего тут какого-то выдающегося нету. В принципе, особо простая конструкция. Здесь пластиковая, соответственно, обойма. Ответка вся, так сказать, алюминиевая. Ну, главное, смазка есть. И на том спасибо. Ну, внутренности посмотрели. Собираем обратно. Проверяем, правильно мы собрали. Так, кнопка работает. Так, все вроде защелкнулось. Все вроде хорошо. Так, собираем. Так, все. Теперь ставим эту голову. Так, усадим немножко ее молоточком. Так, все, скручиваем обратно. И отверточкой подкручиваем. Так. 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 Все, собрали. Вроде все плотненько.
Ставим, проверяем, что мы тут насобирали. Включаем, пробуем. Вибрации есть. Ставим насадочку. Так, насадка стоит. Включаем. Видно, нет? Все работает. Все мы собрали правильно. А как еще по-другому? По-другому быть не может. Мы всегда собираем все правильно. Давайте хоть что-нибудь попробуем. Вот такая есть фанерка. Девятка. Ну и возьмем насадку по дереву. Так, вот мы одели насадку по дереву. Давайте попробуем. Ну, в общем, все пилит, все режет. Я не хочу тут сильно сейчас разрезать это все, потому что камера рядом, пыль на нее налетит. Вот, стружка вся. То есть, в принципе, сделать какое-то квадратное или прямоугольное отверстие, в принципе, можно. Очень много насадок продается на AliExpress к данному аппарату. Если там насадки, если меня какие-то заинтересуют, я куплю и тоже в обзоре будут. То есть, вот для дерева такая насадочка. Вот мы здесь можем... То есть, это вы ничем не сделаете другим. Именно при таком качестве. То есть, да, можно дырок насырить, лобзиком сделать там или еще что-то. Но эта вещь очень универсальная. Очень интересная, очень удобная. То есть ей можно подлезть там, где нельзя подлезть лобзиком. Это вот особенный момент, особенно там с ламинатом, если кто-то работает или еще что-то, люди понимают. То есть вот, все работает, все режет, как бы, да. Не буду я насквозь прорезать, я же сказал просто, чтобы камеру не запылить. В принципе, аппарат хороший. Ну что, друзья, вот мы обзорчик сделали данного аппарата. Реноватор, мультитул так называемый, всего 2700 рублей. Ну, аккумуляторная вещь, нет слов. Элитех продолжает шокировать и удивлять и шокировать. Вот собрался такой небольшой комплектик инструмента, то есть здесь, соответственно, перфоратор, болгарочка и реноватор. То есть у них все аккумуляторы взаимозаменяемые между собой, зарядники все одинаковые, то есть пользоваться будет очень удобно. Спасибо, конечно, компании Elitech за такие приятные цены на данный аккумуляторный инструмент. Давно хотелось, и вот мечта сбылась. Потому что удобство использования именно аккумуляторного инструмента, оно бесспорно. Там, где... нет электричества, или туда, где не подлезть, или еще что-то, или кабеля не хватит, всегда помогут данные инструменты. Да, это инструменты, не сказал бы, что и среднего или премиум класса, но хороший начальный класс. То есть этими инструментами нельзя работать бесконечно, это понятно. Это для дома, для хозяйства. Вы сами видели по конструкции, что все корпуса у них, именно где электрика, достаточно пластиковые. Да, редукторы все алюминиевые, это понятно. Но внешний вид, как бы и свое назначение, данные аккумуляторное оборудование предназначены ими для домашнего пользования. Я так предполагаю, мое мнение. Вот, помогут они мне в работе, именно для дома, для хозяйства. Я уже перфоратором поработал. Мне очень понравилось, что у него и вес небольшой довольно-таки, и... Можно подлезть в любой момент, не надо тебе какую-то розетку искать, удлинитель, потому что, как правило, у всех перфораторов, у всех болгарок и прочие кабеля 1-2 метра. Но это понятное дело. Вот. Здесь же ты от кабеля вообще не зависишь. То есть ты взял, быстренько нажал кнопку, дырку просверлил, время сэкономил, а время у нас, как говорится, деньги. Вот. Вот такой вот наборчик получился у меня. Спасибо еще раз говорю Elitech'у за приятные цены, потому что все конкуренты, другие фирмы, ценник в 2 раза дороже.
Значит, еще раз повторяю, болгарка аккумуляторная была куплена за 4000 рублей в комплекте с кейсом, с аккумулятором 18 вольт 4 ампер часа. Перфоратор был куплен за 5400 рублей в комплекте с аккумулятором на 18 вольт 4 ампер часа. Кейс, соответственно, зарядное устройство, все в комплекте. Ну и последний, это, конечно, реноватор. Он был куплен за 2700 рублей. В комплекте у него кейс отличный. Вот я в обзоре в этом говорил, что с металлическими застежками. И, соответственно, аккумулятор у него на 18 вольт 2 ампер часа. То есть к нему, к этому реноватору подойдет и этот аккумулятор, и тот. То есть, в принципе, можно взять один перфоратор и взять к нему, так сказать, 2-3 аккумулятора и так далее. И не ограничивать себя, соответственно, в работе. То есть это, конечно, очень удобно, что аккумуляторы подходят ко всем, ну, ко всем трем устройствам в разных пропорциях и так далее. То есть надо где-то что-то много попилить. Взял болгарочку, взял три аккумулятора и пилишь. Вот. Это удобно. Соответственно, три зарядных устройства и все такое. Вот. Данный инструмент был приобретен, это не реклама, я сразу говорю. На сайте Вильберриса был приобретен данный инструмент с доставкой, соответственно, вот по таким ценам, которые я выше озвучил. То есть проходите на Вильберрис, ищите, если там остался этот инструмент по таким ценам, то берите, в принципе, ну за такую цену, сами понимаете, ну нет у него конкурентов. А так для дома, для хозяйства отличная вещь, отличная вещь. Спасибо, что смотрели этот ролик. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч, друзья!